Жесткий карантин добрался не только до рынков, но и до кладбищ. Теперь к уже действующим ограничениям, ношению масок, перчаток и безопасной дистанции добавили еще одно. Даты поминальных дней перенесли на июнь. Подробнее об очередной инициативе мэрии расскажет Юлиан Аксенов. Очередное ужесточение карантина в Одессе на этот раз коснулось рынков и кладбищ. Если первые закрылись 17 апреля на неопределенный срок, то кладбищ коснулись следующие изменения. Здесь по-прежнему продолжают пускать людей с соблюдением всех карантинных ограничений, ношение масок, перчаток, соблюдение дистанции. Но вот главное, поминальные дни, которые приходились на выходные сразу после Пасхи, теперь переселены на Троицкую родительскую поминальную субботу, которая приходится на 6 июня. В этот же день мэрия распорядилась ограничить доступ одесситов к кладбищам, заручившись поддержкой полиции. О чем конкретно идет речь, пока непонятно. Известно лишь то, что частный транспорт на территорию кладбищ допускать не будут. Кроме того, ограничат движение общественного транспорта, дабы избежать скопления людей во время поминальных мероприятий. К тому же неизвестно, будет ли действовать какой-то особый пропускной режим для тех, кто хочет попасть к местам захоронения. Некоторые из одесситов, узнав о грядущих изменениях и не дожидаясь официальных разрешений, уже сейчас принялись убирать на могилах родственников. Напомню, что решение перенести проводы и ограничить доступ горожан к кладбищам приняли 17 апреля на очередном заседании по техногенной экологической безопасности. Интересно, что провели его сразу после того, как глава офиса президента Андрей Ермак пожаловался на одесского мэра, пригрозив обратиться к главе МВД и лично к президенту, если ситуация не изменится.